Привет всем, вы на канале Stocks Tesla. С вами Виктор. Сегодня я расскажу, подскажу, как снять зеркальный элемент на Model 3, Tesla Model 3. Ну, таким же самым образом снимается и на S-ке, и на X-е одинаково. Вот. Для чего снять? Бывает, что сам зеркальный элемент встает темного цвета, то есть не меняет цвет, но, ну, как бы сказать, оно становится или темным, или же светлым. Если темным и не меняется, то значит оно там внутри или замкнуло, что-то там сгорело. Ничего вы не делаете, может, какие-то фаховцы и могут это сделать. Вот. Так, что для этого надо? Как снять сам зеркальный элемент? Для этого, если на улице прохладно, и зеркало, еще зеркальный элемент не снимался, то советую взять фен и вот таким образом. Ну, фен я вам не буду эти брать. Вот смотрите, подходи ближе, чтобы... Берете само зеркало, вот так вот. Ну, оно у меня уже... Во. Вот так выгибаете. Вот. И вот эту щель... Сдалека, ну где-то сдалека, таким теплым воздухом, ну, чтобы не поплавить пластмассу, туда напускаете теплый воздух, чтобы там защелки нагрелись и чтобы они не поломались, когда снимать будете. Вот. Вот так его сюда выгнули. Запихаете. Ну, у меня рука толстые пальцы, вот туда подальше. Сейчас я как-то, потому что отверткой там или еще за край стекла тянуть, ну, нельзя. Вот. И туда подальше пальцы запхнули и потихонечку так в разные стороны. Ой. Вот так оно слетает. Вот. Ну, это у нас затемненное. Это я нашел от этого зеркала, чтобы вам показать, как оно снимается. И потом меняйте этот элемент, если он у вас уже испорчен. Вот эту штучку за... Возвращаете вот этот кронштейн назад. Подходи. Да я приблизила, видно. Вот. И вот это заводите. И вот таким же самым образом. Во, все. Вот оно и стоит. Потом, если надо снять, опять же. Ну, желательно, если первый раз, то сюда напустить воздуха горячего, чтобы оно там нагрелось, чтобы лучше выходило. Ну, у нас тепло, и оно уже снималось. Сильно там. О. Вот так вот. Ну, тут еще вот проводки.
вы их отсоедините, и все будет нормально. Так что как-то так снимается. Вот, кому была полезная информация по снятию зеркала, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. С этого зеркала мы уже зеркальный элемент продали. Еще раз повторяю, любые детали мы продаем по отдельности. То есть, если зеркало, вам нужен только зеркальный элемент, мы его снимем, вам продадим. То есть, комплектом мы ничего не продаем. То есть, вернее, продаем, если надо целое, значит целое продадим. Если надо вам вот эта самокрышка верхняя, продадим верхнюю крышку. Если нужен хром вот этот нижний, хром продадим. То есть разберем все, еще любую детальку вам продадим. Так что обращайтесь, подписывайтесь. Вся информация про наш сайт будет под видео. Вот. Так что всем спасибо, всем пока.